На Паралімпіаді в Ріо наша збірна завоювала 117 медалей і посіла почесне третє місце у загальному заліку – 41 золота, 37 срібних та 39 бронзових нагород. Спортсмени непростої долі ставили світові, олімпійські та власні рекорди. Серед них і 33-річна миколаївка Наталія Косміна, яка вперше за історію незалежної України виборола золото у настільному тенісі. На шляху до перемоги Наталія мала обійти двох представниць Гонконгу та тенісистку з Польщі. Подолавши суперниць, Наталія у фіналі змагань класу С-11 впевнено перемогла польську спортсменку Кристину Семенецьку з рахунком 3-0. Це золото Наталія додала до скарбнички нашої збірної у четвертий день Паралімпіади. Воно стало 15-ю нагородою на іграх. Зараз Наталія вже вдома в Миколаєві та готується до нових завоювань. Друзі, ми зараз тримаємо в руках просто унікальну річ. У мене аж руки трусяться, тому що це справжня золота медаль із Олімпійських ігор. І мені, знаєте, от, Паралімпійські ігри реально це щось незвичайне, тому що це дивує увесь світ. І коли дивишся на відео, коли дивишся результати неймовірні українців, то чесно набігають сльози на очі, тому що це презентація України. І Україна ввійшла в одній з найкращих країн за результатами. Це означає, що українці сильні духом, вони можуть усе. Хочемо представити наших сьогоднішніх гостей. Наталія Косміна, паралімпійська чемпіонка з настільного тенісу, та Алла Черевко, директор Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи паралімпійського резерву. Вітаємо вас. Спасибо большое, що ви з нами. Так, я передаю реліквію в руки. Хочеться в першу чергу сказати спасибо Наталі і поздравити її з победою, яку вона принесла Україні. Тому що Миколаївці всі, ну, ми кожне утро робили небольші анонси того, як же Миколаївці, як же українці, і дуже приємно було, что вот этой выборки фамилий есть Николаевцы. Их так много, и это очень приятно. Эта победа радостная, но не можем сказать, что она неожиданная, потому что на вашем счету очень много побед, и мы ожидали от вас победы. Насколько это была тяжелая победа? Долгожданная была. Аж да. Ну, к этой медали я очень шла долго, 8 лет. Так получилось, что в Лондоне, ну, я не попала, получается. На Европе за выход в 4 проиграла. А я не расстроилась, а дальше, наоборот, еще сильнее стала. Я себе пообещала, что обязательно помогу Украине заработать еще одну золото, еще помогу заработать медаль. Ну, вот видите, да, все-таки говорят, что некоторых останавливает спортсменов то, что они не попадают на какие-то олимпиады, и они складывают но руки. Но настоящих сильных духом. Да, настоящие людей. Спортсмены, люди сильные духом. Ну, да. Я за эти 4 года, я себе сказала, что обязательно выступлю хорошо и защищу честь Украины и помогу. Мы очень рады, что сегодня вы пришли к нам в студию, несмотря на то, что, возможно, сейчас какой-то идет адаптационный период Рио-де-Жанейро-Николаев. Насколько интересно было в Рио-де-Жанейро? Я понимаю, что, конечно, там была как работа, но немножко же отдохнуть получилось. Получилось, да. У нас неделя была адаптация, мы тренировались. Деревня очень большая, приняли очень хорошо, организация очень на высшем уровне. Мне эмоции очень понравились, красивый город и вообще. Но я думаю, что это только первая ступень, теперь такая высокая. Будет еще, потому что все, теперь имея золотую медаль, надо еще, еще, еще пополнять свой фонд. Конечно, фонд теперь надо будет доказывать, что ты паралимпийская чемпионка. Да. Николаевцы очень много медалей привезли в Николаев. И хотелось бы к вам, как к воспитаннику николаевских чемпионов, паралимпийских чемпионов, как это, воспитывать настоящих чемпионов и воспитывать в них такую силу духа, что, несмотря ни на что, они идут к победе? Ну, в Украине существует такая система «Инваспорт».
И у нас в Николаеве существует региональный Николаевский центр инвалидов, инваспорт. Руководитель Татьяна Константиновна Жуковская. Я думаю, что вы сегодня начали встречу с нашими паралимпийцами. Наташа первая, но у нас их 12. И медали у нас 6 золотых, 5 бронзовых и 1 серебряная. Поэтому в этом году нам есть что, чем гордиться. Вот. И, конечно, я хочу сказать, что школа больше занимается детьми. Больше детьми, и в школе у нас три вида спорта. Это настольный теннис, греко-римская вольная борьба и легкая атлетика. И в этом году школа завоевала 3 золотых медали. Это Игорь Цветов, 2 золотых, бег 100 метров и 200. И Наталья, золотая медаль. Ну, что можно сказать о Наташе? Человек, понимаете, вот вы затронули тему, как человек может разочароваться. Вот у него была цель, он шел к ней, и что-то не получилось. Значит, сильный человек, он идет дальше. А слабый, он уходит с пути, и на его место приходят другие ребята. Наталья очень целеустремленная. Вот ее это трудолюбие и вот эта вера в то, что она обязательно победит. Я уже при встрече, вот когда мы встречали ребят, говорила, что в этом году нам удалось посмотреть очень много трансляций. И это финальная встреча с полячкой, ее транслировали впрямую. Сейчас присутствует финальная встреча с полячкой, которую я тоже смотрел. Да, мурашки, аж мурашки. Да? И когда мы смотрели эту встречу, я, зная Наталью, зная ее характер, я видела, что будет победа. Хотя это было все непросто, но сама полячка, она какая-то была, ну, растерянная немножко. Вот она, Наталья такая вот, и эти звуки, и победные, и все. Ну, мы очень рады, потому что еще чем ценна эта медаль? Она первая и единственная на Украине за всю историю участия в Паралимпийских играх в настольном теннисе в личном первенстве. Она первая. Вот у нас были бронзовые награды, были серебряные, но золотой медали не было. Поэтому она бесценна, эта медаль. Конечно, там ребята наши в команде выиграли еще золото. Это тоже очень важно. Ну, Наталья, мне кажется... В первенстве уже точно фамилия вписана в историю. В историю, да, в историю. И да. Не только Николаева. Я просто, когда выходила играть в финал, я себе сказала, хватит, вторые, третье места. Надо только первых, хватит уже возить, сколько ж можно. Я думаю, что таким настроем вы просто запугали полячку. Да, я выходила с четкой, и я перед этим играла полуфинал. В полуфинале намного было сложнее, тоже выход в двойку тяжелее было. Я проигрывала, потом я собралась и выиграла. Намного было тяжелее, чем... Я не знала, что... Я настроилась, что будет тяжелее в финале. Но наоборот, я успокоилась уже, и тогда... Сосредоточилась помогла, настолько, что ей просто шансов. А ощущение, когда одеваете вот эту медаль? Когда... Это моя самая дорогая медаль, это гордость. Я с удовольствием, это впервые в моей жизни золотая медаль. Столько лет к ней стремилась. И работала, вот и да, и помогла и Украине, и сборной. И... Сейчас у вас будет небольшой период отдыха, да. Но, зная вашу целеустремленность, у вас наверняка есть какие-то планы, к чему стремиться дальше. Да, сейчас немножко отдохну и буду дальше работать. Впереди у нас Европа, и цикл начинается заново. Буду подготовка к Токио. Держись, вот Европа, держись, Токио. Вы знаете, в спорте так заведено, что вот эта медаль – это уже вчера. Теперь уже надо, чтобы было еще завтра. Да. Так всегда было. Вот сейчас отпразднуем. Наталья, я пишу, я в Рио-де-Жанейро, тебе верится? Как ты себя чувствуешь? Какие у тебя эмоции? А мне вот еще не верится, что я паралимпийская чемпионка. Я все внутренность как бы никогда не этот самый. У меня все внутреннее. У нас сдержанность. Завтра вас ждет награждение от николаевских властей. И, как мы понимаем, николаевские власти тоже хорошо отреагировали на эту победу. Ну, я надеюсь, что хорошо отреагируют, потому что у нас большая проблема. Наташа сирота. И давно стоит на очереди на жилье. И всегда так было заведено, что если человек стал олимпийским чемпионом, паралимпийским чемпионом, то наши николаевские руководства, да, относилось к эту этому... Эту очередь убирали перед этим человеком, да. Да-да-да. Мы очень надеемся, что, несмотря на то, что очень сложная ситуация в стране, мы прекрасно понимаем, наши паралимпийцы посвящали свои победы
участникам АТО. Понимаете, это очень важно. Но я думаю, что Наталья заслужила к себе особого внимания. Честно говоря, все спортсмены... Я думаю, да. Тем более, что когда мы говорим о сложной ситуации в стране, намного сложнее выходить, мне кажется, и намного сложнее работать, потому что когда в стране мир, как-то оно легче воспринимается. А когда вот так на тебя такая большая ответственность, я думаю, что это заслуженно будет. Поэтому, власти, вы нас услышите в любом случае. Но я хочу сказать, что уже те проводы, которые состоялись в Киеве, вот мы приехали провожать паралимпийцев. Только Сушкевич, наверное, Валерий Михайлович, мог перекрыть Хрещатик, мог устроить такие проводы паралимпийцам, и все ребята говорили о том, что они чувствуют вот ответственность, понимаете, вот так, как их провела страна, то они чувствовали, что они вот нашу страну должны... Вот чтобы этот флаг поднимался и поднимался. У меня мурашки бежали во время эфира. Вы знаете, мне кажется, что вот эта паралимпиада еще больше объединила нас. Вот мы ищем какую-то национальную идею, мы хотим, чтобы наш народ был единым. Вы знаете, вот обсуждение выступлений было везде, на рынке, в магазине, просто едешь в маршрутке, люди обсуждают. Общались все. Общались все, я вам все, хочу сказать, что даже во время Олимпийских игр не так активно все это обговаривалось, потому что реально кадры, видео, которые смотрят с различных видов спорта, ну, они просто дают возможность себе понять, что не все в этой жизни утрачено, и можно идти к своим целям. Ну, любой нормальный человек понимает, что достигнуть этого очень тяжело. Сейчас мы видим медаль, видим Наталью, а это огромный труд. Вот она тренируется в зале у нас, и я просто наблюдаю, закончилась тренировка, уже она закончилась, она может уже уходить, переодеваться и уходить. Нет, она остается, она еще прыгает, она подает подачи. Понимаете, вот это отношение... Кроссы, все, да. Поэтому, конечно, это все не зря. Наталья, она заслуженная. Хотелось бы услышать от вас какие-то слова, возможно, советы для наших николаевцев. Показать, которые, возможно, уже не верят во что-то, какую-то свою мечту. Как все-таки идти к мечте и как сохранить в себе эти силы? Потому что вы действительно для нас, для всех, очень яркий пример, на который стоит равняться. Просто не опускать руки, поставить себе цель, что ты в жизни хочешь, и идти к ней. И верить. И верить, и все получится. У нас мысли все материальные и все реально. Вот реально, да. Сколько реально у нас радости за вас, потому что когда видишь человека, когда у него горят глаза и видишь, что это была мечта большая, и я вам желаю, чтобы... Особенно, когда смотришь такие искренние глаза, которые действительно понимаешь, что действительно есть к чему стремиться. Спасибо вам большое. Можно я еще хочу сказать нашему президенту паралимпийскому, сборной Украины, Валерию Михайловичу Шушкевичу. От него тоже много чего зависит. Он молодец. Я хочу сказать ему большое спасибо. Мы також дякуємо. Дякуємо усім нашим паралімпійським чемпіонам, тому що дійсно дякуємо ви за те, що ви... великий приклад для усіх українців, ну і вам огромне спасибо. Я вам желаю, щоб ця медаль золотая була тільки одною із большої-большої колекції. Тому що все тільки в спортивній житті тільки починається. Скажімо так, той путь від неізвісності, вже світової звісності, ви вже пройшли, тепер будемо тільки вверх і вверх. Спасибо вам большое за те, що ви сьогодні були з нами. Спасибо вам. Ми нагадуємо нашим телеглядачам, що сьогодні до нас завітала паралімпійська чемпіонка з настільного тенісу Наталя Косміна, а також Алла Черевко, директор Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи паралімпійського резерву.